Летний месяц, июнь, начинается с замечательным праздником – Днем защиты детей. Уже стало доброй традицией отмечать его в формате уличной акции под открытым небом возле здания Бельского театра имени Василия Александрии. На главной площади нашего города развернут настоящий детский городок со множеством развлечений. Каждого посетителя будут ждать бесплатное мороженое и планетарий, бесплатное фото на память, 3D-развлечения и аниматоры, розыгрыши, викторины и море подарков. Открытие городка – 1 июня в 13:00. Главное шоу дня – спектакль «По щучьему велению». Праздник организует молодежное крыло нашей партии. Приходите, будет весело!